утро, новый день. Казачий ход. Движемся вперед. Вчера затронули тему про жизнь в дерьме. Что жизнь – дерьмо, живем в дерьме. И вот если что-то увидим более-менее человеческое, то это еще подчеркивает, что живем в дерьме. Пришли разные отзывы, да, вот что там, на неудачников вы там это, обращайте внимание. Ну, я стараюсь на все обращать внимание. И знаете, это не просто там какой-то вот такой вот взгляд поверхностный, там удача, неудача и так далее и тому подобное. Я уже рассказывал, что я ответил на то, что и я свою жизнь начал в дерьме, в полном дерьме, если судить по сегодняшнему. Отец с матерью жили в маленькой спаленке, которую им отделили родители отца, дедушка с бабушкой. Они, значит, в зале. А, значит, сыну дали вот спаленку. Он привел жену молодую. Вот там они пускай живут. А еще все это сложилось. Двухкомнатная квартирка. Хорошо была получена по той причине, что дедушка Иван Георгиевич воевал непосредственно. Воевал, имел ранения. Вот ему так дали. А все остальные, вот я там выбегал ребенком где-то до 7 лет. Я как раз там прожил. А все остальные жили в бараках. В бараках, туалет общий там на площади. Кирогаз и так далее. У нас была вода, водопровод. У нас было еще отопление. И туалет. Вот. А остальное вот. Вот так вот, так, вот такая вот жизнь была. Вот. И что я хочу сказать? Да, вот такие вот условия у всех примерно были. Чуть лучше, чуть хуже. Это еще у нас более-менее. Потом родители получили квартирку двухкомнатную. Там они жили. Вот и одна комнатка, где я с сестрой жил. Так, небольшие воспоминания, чтобы к теме подойти. Ну, естественно, и родители, особенно мама, мне говорила, вот я дословно слова, Генка, учись, человеком будешь, а то будешь, вот как и я, весь век кирковать. Ну, как-то мне учиться было неинтересно. Неинтересно было. Возможно, не совсем тому учили, чтобы мне хотелось.
Это тоже такие интересные знания. Знаете, есть знания, которые нужны для жизни, а есть знания, с которыми вы вообще не повстречаетесь. Вот. Ходил в школу. Далее, чтобы была специальность, поступил в ПТУ. Все мне тычут. А профессия-то нужна. Приобретать профессию электрослесарь кипи автоматики. И я приобрел такую. Вот. И чем весьма доволен. Так, дальше. Дальше армия. И вот тут уже, как бы сказать, я в школе начал понимать. То есть человек как-то начинает взрослеть, прозревать, смотреть на своих родителей, на окружающих, сравнивать. И, так сказать, что ж делать, чтобы жизнь была как-то получше. Вот спортом решил позаниматься. Ну, а спортом, то есть, каждый человек начинает видеть какой-то путь, который как-то улучшит его там благосостояние, ну, короче, что вот он будет доволен по жизни. Выбирает, стремится. И это нормально. Вот, я выбрал спорт. Далее, о чем почему-то умалчивается, было окончание Института физической культуры и спорта. Мне там уже было поинтереснее учиться. Ну вот, и открывался вот такой вот путь советского учителя или тренера. Да тоже нормальный. Ну вот. Знаете, можно на этом удовлетвориться. А можно не остановиться. Еще что-то более лучшего. Ну, в принципе, особо ничего лучшего не видели. И, как бы сказать, и этого было достаточно. Вот, для того, чтобы человек по-настоящему чем-то занялся, ему надо дать очень хороший пинок под зад. И таким пинком под зад для меня как раз явился геморрой. Когда у человека что-то постоянно болит, вот это как-то заставляет его задуматься. И чем сильнее болит, тем больше он думает, как от этого избавиться. И главное думать, ну как бы сказать, думать без извращений, что не то, что кто-то тебе там поможет, а как от этого самому избавиться. И вот тут встает такой вопрос. А достаточно ли у тебя знаний для того, чтобы это сделать? Как говорится, сделать можно все, что угодно. Но для этого нужны знания. Даже не возможности, а просто знания. Так, уже дети порвали абрикосы. Абрикосы порвали. До этого они еще не дотянулись, а тут уже чувствуется. Пролезли. Вот вопрос. Вопрос в знаниях.
Следующий вопрос. Знания получить можно, а для этого надо себя образовать. То есть сесть, достать там нужные книжки, сесть и все это дело хотя бы прочитать. Вот, и вот отсюда вот сесть и прочитать, и болит попа. Я уже не раз говорил, есть такая притча. Армянскому радио задают вопрос: что такое геморрой? Они отвечают: у вас болели когда-нибудь зубы? Да, говорит, болели. Так вот, это попа полная больных зубов, чтобы вы имели представление. Когда он и особенно так в обостренном состоянии, это прекрасное сравнение. Остается образовать себя. И вот этим делом я и начал заниматься, и продолжаю заниматься. И вот в итоге всей этой эпопеи со всеми ошибками, успехами, неудачами, короче, со всей этой хурдой-бурдой, появился итог. Появился вот такой вот итог. Как дом, машиненка. Ну, видели, маленькая купель там, то все. То есть появилось домовладение. Когда просто были созданы нормальные человеческие условия, не более того. Подвал. Можно было по-всякому его использовать. Там котельная. Вот, и я решил, как любитель занятий с тяжестями, сделать спортзальчик. Любитель бильярда сделает бильярд, любитель тенниса там теннис, любитель там еще что-то там сделает. То есть это уже на любителя использовать свободную площадь в подвале. Далее. Обеденный зал с кухней совмещенный. Что там, комната, прихожая. Туалет с ванной, коридор. То есть, ну, как оно должно быть. Второй этаж. Три спальни. Двое для детей. Одна для нас с женой. Дети выросли. Комнаты остались. Вот жена в основном сама в спальне спит, потому что я храплю, и мы, так сказать, встречаемся по необходимости. И, наконец-таки, третий этаж. Это должен был быть чердак, но когда сделали, я глянул, что это слишком большое для чердака помещение, я решил использовать его для своего кабинета. Так у меня появился кабинет, совмещенный с туалетом, и он же и спальней моей стал. То есть ничего особо лишнего нету такого. Нормальный дом,
для семьи из 4 человек. Чтобы было в нем просторно и хорошо, уютно. Вот. В результате всего этого, знаете, жизненного процесса, в котором я понял, что вот надо вкладывать средства в себя, в свое образование, в свое здоровье. Конечно, я не отлынивал от других работ и осознанно я пошел или стал безработным для того, чтобы это случилось примерно в 91-92 годах, для того, чтобы посвятить себя вот этому вот просветительскому, писательскому труду. То есть на свой страх и риск, веря, не веря, сомневаясь, делая, ожигаясь, получая и будучи обворованным, тем не менее шел. И вот такой итог. То есть вначале было дерьмо, которое превратилось в нечто более-менее человеческое. И тогда встает вопрос: а кто ж вам мешает? Добрый здоровец. Кто ж вам мешает? Заняться своим делом. Просто своим делом. Думать своей собственной головой. Да, я помню. И уже вам в этой беседе сказал. Мать говорила: учись, учись, сынок, учись. Она желала мне добра. Другие люди советовали вот так вот, вот так вот. А тут, видишь, вот отец мне интересные такие мысли говорил. Вот я не пойму, говорит, кто ты такой? Это до того, как какие-то мои вот эти вот потуги в самообразовании и самореализации начали что-то там приносить. Дивиденды какие-то. Вот, дед был механиком, я электриком. Ты вроде тоже закончил вот электрослесарь КИПИ автоматики. И закончил вот институт физической культуры, но ни сюда, ни туда не пошел. Не пойму, вот, как бы, кто ты такой и к чему у тебя склонность такая. Вот такие вот слова. А потом, когда я начал строить дом, и построил его, и пригласил, отец сказал такую фразу, которая мне запомнилась. Мол, твой дед мечтал иметь свой собственный дом. Собирал там досточки, собирал налички, собирал еще для того, чтобы воплотить вот эту вот свою мечту. А ты, внук, его построил. И вот тут то, что мне говорили мать, отец и другие более старшие люди. Житейская мудрость и опыт у них, конечно, хорошие. Хорошие и даже, можно сказать, и правильные. Но вот среди всего этого должна быть какая-то оригинальность. Чтобы ты жизнь рассматривал не то, что там, как построить там дом, чтобы у тебя там машина была,
чтобы у тебя эта купальня была, а чтобы вот это вот все было как бы между прочим. Вот это вот и получилось у меня. Я делал свое дело. Да, там было хорошо, было плохо. Были деньги, были обманы. Вот, все было, все было. Но вот я на это особо не обращал внимания, а продолжал делать свое дело. Более того, вот многие говорят, надо там накопить денег мало или еще что-то. Нет. Если ты займешься накопительством, это не то. Ты должен просто больше зарабатывать. Больше. А для того, чтобы больше зарабатывать, и опять-таки это не цель у меня такая, вот по жизни была, чтобы больше зарабатывать, а чтобы ты больше имел возможностей. А вот эти все эти возможности связаны с тем, насколько ты образован, насколько у тебя есть знания. В конце концов, сейчас я уже стал понимать, насколько у тебя есть энергетики, твоей энергетики для того, чтобы и знания получать, и вписываться в пространство так, как надо. И я не считаю кого-то, что он лучше меня. Когда я смотрю на этих людей, которые были там сильнее меня, там успешнее меня или еще, я просто задавал себе вопрос, чем они меня лучше? Чем? Если в спорте сильнее, пожалуйста, я занимаюсь, тренируюсь, становлюсь такие же, как они, а то и лучше. Если в каком-то деле там, ага, я это дело, значит, осваиваю эти программы, смотрю, читаю, пробую, и так, и сяк. И тоже становлюсь специалистом в этом деле. В чем разница? Где вот это вот действительно вот дерьмо, жизнь, сплошное дерьмо. Но это дерьмо мы делаем сами. Я уж не буду говорить, что мы там позволили кому-то там зарплату иметь в миллионы долларов, а себе удовлетворяемся там в 6-8 тысяч. Не будем брать этот вещь, это все зависит от нашего самообразования. И в конце концов я стал такие вопросы задавать. А вот цари, вот это все началось неравенство очень с давних пор. Вот появились там цари, князья. Да, где-то там они были действительно, ну, нужны людям. И поэтому, как бы сказать, выделились и как-то и больше благ там, будем говорить, стали получать, остальные им там стали поклоняться. Но они ж ничем не лучше. То есть много достойных людей, которые так же, как и они, красивые, здоровые, умны, но в то же время они не цари. И это все тем более, когда человек этого достиг самостоятельным трудом, ясно, понятно, что он стал уважаемым. И совсем другое дело, когда там его дети уже по наследству начинают что-то там получать, какие-то привилегии, что-то пытаются делать. И даже от любого царя там идет хорошее обучение у них для того, чтобы он что-то смыслил в этом деле. Дальше уже насколько он все это проявит, и в какую сторону, это уже другой вопрос. Но пытаются его обучить. Не так, как рядового гражданина. Так что я не считаю, что кто-то лучше меня. Вот. И кто-то более там достойный,
чем я, или же это сразу относите и к себе, что лучше кто-то вас и не более достойный вас. Чем они превосходят, если так все это отбросить, это тем, что они более целеустремленные люди, более времени посвятили самообразованию. Не просто в образовании. Все мы отходили в школу. Все. Все мы отходили там, кто был в институт. Да, все. Ну а дальше? Что дальше? А дальше, если ты продолжаешь заниматься вопросами самообразования, значит, ты начинаешь выделяться. Нет, просто у меня диплом есть, вот у меня диплом, все, я там медик, а у тебя диплома нет, значит, ты никто и никак. Вот опять-таки вот это вот рассуждение о дерьме. Смотришь на эту жизнь. Более того, мы застали вот такую вот жизнь. Мы застали один строй, советский строй. До этого был там царский строй. И вот в этот советский строй построили его так. Ну, вот так вот построили. И причем, опять-таки, кто-то строил, а кто-то говорил, одобрям, одобрям, одобрям. И в этот строй просто-напросто народ стал вписываться. Кто-то там вписался, кто-то там тепленькое местечко, кто-то еще что-то. Естественно, кто-то за счет своих там талантов, не без того. А кто-то глянул на все это дело и говорит, слушай, ребята, да это ерунда какая-то. Помню какой-то фильм, где Максим Горький говорил посетителю, говорит, ё-моё, что ты боишься, мог там к Сталину прийти, что-то там такое ему сказать. Говорит, что за государство мы построили, в котором боязно жить? Это ж от нас зависело, от каждого из нас. Конечно, вот когда один что-то сказал, его в кутузку посадили. Ну ладно, вот Советский Союз развалился. Развалился, сейчас то все, пятое, десятое. Якобы все там от нас зависит, а оказывается нет. Не зависит. Не зависит от нас это. Какие-то дяди. А вообще-то в мире какие-то дяди. Вертят всем миром. И, как говорил один мой знакомый, поганку крутят в свою сторону. А все остальные терпилы терпят. Хотя все основано, вот это все подчинение царю на воле его, хочется сказать, вассалов, подчиненных. То есть все мы равны. Все мы вправе требовать, добиваться того, что нужно нам, и сделать такое общество, в котором бы было бы комфортно, нормально проживать. А так что одни сделали себе зарплаты, уже я говорил, по несколько миллионов, остальным тысячи. Да и отвалите. И вот когда до сознания каждого человека, потому что если один начнет выступать, все, это бунтарь, ласты ему скрутим,
голову на плаху, да и все, в острастку. И остальные опять, мотивируя это тем, что у нас есть семья и дети. Что ж мы будем тут выступать? А вот как раз за семью и детей надо. Так и самоорганизоваться. И вообще сначала для того, чтобы самоорганизоваться, человек своим должен сознанием дойти до того, что он хочет жить вот так-то, вот так-то, вот так-то. Все это должно быть прописано в законах. И, знаете, без всякой этой, исполняться без всяких каких-либо оговорок. А пока этого нету. Вот так вот и будут человек. Вроде бы жил там. Он любил, чем-то занимался. Та-та-та-та-та-та. И что-то ему нравилось, не нравилось. Ну, мол, там семью что-то кормить, детей там, все это там такое. Все это, мол, надо делать. И я прошел через этот эволюционный путь. Да, у меня семья были, были дети, когда я всем этим занялся. Вот. И мне там при советах говорили, когда я пошел в общество знания, думаю, вот смотри, я тут такое сделал, так такое получил, вот этот геморрой, от которого меня лечили. А я от него избавился тут сам путем того-то, того-то, того-то. Мне сказали, куда ты лезешь? У тебя есть что, образование? Специально вот это вот нету. Ну и вали. И на этом все можно было закончиться. То есть ты попробовал с этого дерьма голову высунуть. А тут тебе так бац по ней. И сиди в нем, копошися. Но я стал копошиться по-другому. Так что, конечно, крайне неприятно получается. То есть человек не понимает, почему дерьмо было и дерьмо осталось. И что для этого надо сделать. Он не понимает, он не хочет вот этого понять, что все зависит от него. А если еще люди сплотятся, то вообще... Можно тут коммунизм построить. Ну вот. Доброе здоровье. Ну вот это вот сплощение не получается. Самообразование, роста, самосознание не получается. Заняты какими-то там сиюминутными вещами. В основном, чтобы покушать, да, там как-то там потешиться. Так, сяк, туда-сюда, там. И вот имеем то, что имеем. Я как-то уже на эту тему разговаривал несколько раз, но практика показывает. На эту тему надо говорить много. И вообще-то все эти беседы будут, ну, какую-то, конечно, они... Это взрослая беседа, настоящая беседа для взрослого, разумного человека. И причем уже не пожилого, а молодого, который вот вышел в жизнь, смотрит, что, что и как, думает, сейчас я тут профессию приобрету, то все такое, и на остальное мне там наплевать, как там люди, и еще что-то там такое. А потом он, получается, что даже и высунется, и начнет бояться жить в этом мире, потому что тут неравенство, надо огораживаться забором, надо тут иметь охранное агентство, потому что из-за того, что вот так вот все это сложилось, и никто не пытается это там сделать так, как надо, одни уже начинают
вернее, вот такой лозунг есть, граб награбленное. Одни там ограбили там очень давно, далее, значит, другие их награбили. Вот лозунг был у революционеров. Грабь награбленная. А сейчас опять этот лозунг вылазит. Вот такое общество мы построили сами. Дерьмецовое общество, в котором боимся жить. Одна страна на другую вооружается, готова истребить. Вот она цивилизация. И все это допустили мы из-за того, что не требуем того, что нам положено, и свою силу, голоса и прочее, отдали каким-то там деловарам, которые за нас все решают. Что сидеть вам надо у дерьме, а зато мы будем там в раю. Все, я кончил. Любитель. Чуточек времени осталось. Иду я навстречу мне молодой человек, ну до тридцатника явно, несет вот эта какая-то штука пошла, не просто сигарета, а сигарета там чем-то, что там такое. То есть покуривает, посасывает вот такую вот штучку. Я как-то смотрю на это и думаю, ну, наверное, это делается для своего удовольствия. Что-то там удовлетворение человек получает. Вот. А я получаю удовлетворение от того, что ощущаю себя частицей природы. Вот этим единым целым. Чувствую жизнь этого целого. И радуюсь этому явлению. Добро здоровье. Радуюсь этому явлению. Ощущать себя единым в этом океане жизни. В бесконечном океане жизни. Где есть одно жизнь. И одна форма переходит в другую.
И это хорошо. Это хорошо, замечательно. Едет пахарь сахой, едет, песню поет. По плечу молодцу все тяжелое. Не болит ты душа, отдохни от забот. Здравствуй, солнце и утро веселое. Вот так вот. Можно искать разного рода смыслы. Можно искать все, что угодно. И не видеть того, что у тебя есть, того основного, что дала тебе жизнь. И ощущать ее. Тем временем моя прогулка подходит к концу. Час отходил казачьим ходом. Мне интересно, приживется казачий ход? Или вот это костное мышление, скандинавская ходьба, палки и прочее-прочее засели в сознании у людей, и они больше ничего не знают, не видят и знать не хотят. Добро здоровье. Новатором, экскаватором. Чтобы быть новатором, надо быть экскаватором. Перерыть гору знаний. Гору знаний. И тогда какое-то новаторство получится.